Всем привет! Вы на канале Непопсовая Украина, и сегодня мы идем в музей Медуз. Кстати, это здание бывшего общественного туалета на Майдане. Обязательно подпишитесь на канал Непопсовая Украина, чтобы узнать много интересного об Украине. Интересного и непопсового. Первый в Украине и пока что единственный музей живых медуз расположился по адресу Хрещатик 7 в Киеве. Открыли его в декабре 2018 года. Здесь вы увидите и вполне безобидных существ, из которых делают салаты, и таких, которые своим ядом могут убить взрослого человека. А вы знали, что одна из разновидностей медуз открыла для себя секрет бессмертия? А может, хотите увидеть рыбок с генами медуз? Они разноцветные и светятся. Заинтригованы? Работает музей в будние дни с 10 до 20.00, а в выходные и праздничные дни на полчаса дольше, до 20.30. Взрослый билет стоит 150 гривен в будни, а в выходные и праздники – 170. Дети до 5 лет заходят бесплатно, а для детей 15-14 лет и студентов действуют скидки. Можно заказать экскурсию на 40 минут за 200 гривен или на 15 минут за 100 гривен. Но и без экскурсовода можно прекрасно обойтись, ведь возле каждого аквариума висит табличка с описанием представленной медузы. Есть два красочных стенда с информацией о ядовитых медузах и о том, как медузы устраивали едва ли не техногенные катастрофы. Да, и такое бывало. А еще у вас будет возможность посмотреть 5-минутный ролик о медузах. А теперь я умолкаю и даю вам возможность насладиться танцами этих грациозных существ. Обязательно побывайте в музее Медуз, это крутецкий антистресс. И, кстати, даже если вы уже здесь были
один раз, то можно сходить еще один раз и еще, поскольку у медуз есть свой жизненный цикл, и как минимум 3 раза в год экспозиция здесь меняется. Подписывайтесь на канал «Не попсовая Украина», ставьте лайки, пишите комментарии.